Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Александр. И сегодня я вам расскажу о люльке от компании Joy, iGym называется. Это люлька, которую, когда меня просят помочь выбрать люлечку для ребенка своего, я в первую очередь всегда рекомендую эту люльку, потому что у нее прекрасная цена, очень высокий уровень безопасности, отличные краш-тесты и... Сегодня я покажу вам именно с базой, потом базу Isofix я имею в виду, потому что этот комплект с базой на рынке, вот если мы посмотрим цену и то, что мы получаем взамен, качество материалов, имя, краш-тесты, очень тяжело в эти деньги купить что-то вот такого же уровня по безопасности и качеству на самом деле. Поэтому я и рекомендую сегодня посмотреть этот обзор до конца, если для маленького своего что-то ищете, вот или у вас скоро родится, всегда рекомендую брать именно люльку, не берите универсальные кресла. Их тоже можно брать, да, но лучше всего для новорожденного. Он самый хрупкий первый год жизни, поэтому максимально правильное кресло бы я купил в первый год жизни. А там дальше уже, ладно, как-то можно компромисс искать среди универсальных кресел. Вот, поэтому смотрите, люлька iGym с рождения. Где-то до полутора лет технически можно ее использовать, но по факту где-то до года, приблизительно до года, до 9 месяцев вы минимум в ней будете ездить, а дальше уже по размеру ребенка смотрим, там зима, лето, как чего, но до 9 месяцев это железобетонно в ней вы проездите, а дальше, как говорится, по обстоятельствам. Что она из себя представляет? Повторюсь, очень неплохие материалы отделки. Отбивка здесь используется классная, гипоаллергенная, повторюсь. Вкладыши, они с возможностью вынимать часть вкладышей, часть оставлять. Ну, например, тесно головки, а здесь еще нормально. Выдеваете чисто отдельно. Или наоборот, нижнюю часть убираете. Ну, обычно уже все сразу убирают, если снизу подрос ребенок. Вот, поэтому подстроить под ребенка можно легко. Подголовник, естественно, по высоте регулируется. Это само собой разумеющееся. И эта люлечка хорошо адаптирована для колясок. У нее есть возможность установки на коляске через специальные адаптеры. На коляске вообще сайт First Buggy я тоже добавлю вниз в описании. Если коляску ищете, там заодно можете ее тоже поискать. Вот. Здесь есть вот такой козырек. Козырек есть возможность тоже у нас раздвигать. Вот таким образом увеличивать его. На самом деле и в машине очень актуально, особенно когда солнце низко сбоку лупит, чтобы в глаза не слепило. Козырек вещь полезная даже на автокреслах. Казалось бы, да, автокресло вроде, но очень полезно. Так, что касается установки. В автомобиль есть возможность устанавливать и просто ремнем. Я вам это чуть позже тоже покажу. Но рекомендую все-таки с базой, потому что база Isofix — это жесткое крепление к кузову. Это всегда лучше, чем ремень. Если вы хотите поставить вперед, в большинстве автомобилей Isofix нет, тогда можно ставить просто люльку. Но это я попозже покажу, повторюсь. Вот, смотрите, давайте сейчас пока разберем, как что тут с базой. Люлька всегда идет против хода движения, никак иначе. Мы установили базу. Все, защелкнули и все. Кстати, эту базу, конкретно эта база, не большинство, а именно эта, имеет возможность установки ее и на переднее сиденье, ну и на заднее, прикрепив ее обычным ремнем. Здесь есть специальная фиксация для этого. Поэтому вот базу можно использовать по всему автомобилю, но на Isofix только сзади. Так, все очень просто. У вас ребеночек дома, могли его сюда упаковать, прийти в автомобиль и вот таким образом просто защелкнуть. База вам, вас избавляет от возможности случайно как-то ремень неправильно протянули, еще что-то. В общем, здесь вы всегда поставите люльку правильно. Вы не ошибетесь. А если вы ошибетесь с ремнем, и не дай бог ДТП, где-то что-то не продели правильно, просто оно полетит не пойми куда. Поэтому базу вот я всегда и рекомендую. Это дороже. Почти в два раза получается дороже, но это эффективно. Поэтому за безопасность наших детей нужно платить. Имейте это в виду. Вот. Но если будете внимательно все это проверять, перепроверять перед каждой поездкой, и с ремнем тоже можно нормально ездить. Так, вот, что касается установки на базу. Все очень просто. Щелчок, пошли. Чтобы снять, здесь вот отжимаем и пошли. Так, давайте теперь я сниму базу. Здесь у нас упор в пол и Isofix.
защелкнули, пору перли в пол, и, соответственно, все, можно ехать. Так, давайте разберем, как ставить люльку, если вдруг у вас нету изофикса вообще в автомобиле, или вы купили ее без базы. Ставим. Потом нам нужно полностью вытащить ремень. Вытаскиваем. Проводим ремешочек в направляющих специальных. Они на всех люльках сделаны в одном и том же месте. Вот здесь вот. Здесь вы не ошибетесь никаким образом. А вот с базой Isofix вот таких вот страданий нет. Вы просто защелкнули и пошли. Все. Потом берем ремень. Люльку наклоняем и ремень проводим вот здесь. Вам отсюда виднее. Здесь есть специальное место, направляющий. Проводим сюда. И после чего нам нужно люльку как будто вывернуть, чтобы натянуть ремень. И сам ремень обязательно тоже хорошенько натягиваем, чтобы он был везде как струна натянут. И вот в таком случае люлька хорошо стоит. Перед каждой поездкой, если вы люльку оставляете в автомобиле, обязательно подтягивайте ремень, чтобы она не гуляла. Вот, собственно, вот такая вот установка у нас в автомобиль без изофикса. В принципе, кто приловчился, это делает быстро, но если это мамочка с ребенком, с сумками, еще с чем-то, ну, поверьте мне, это не самый интересный вариант. База Isofix улучшает безопасность, избавляет вас от возможности совершить ошибку в установке и увеличивает, скажем так, комфорт, быстроту, вот это вот все. Поэтому смотрите, если финансовая возможность позволяет, то обязательно берите с базой. Ну, а если нет, то безопасности вы сильно не проиграете, но сильно сэкономите и, соответственно, получите все равно прекрасный продукт. Собственно, все, что хотел вам рассказать, я вам рассказал. Подытожу в двух словах. Цена, качество, безопасность. Вообще, в принципе, у нее крайне мало конкурентов. Есть там кто-то, как-то, что-то. Но чтобы вот все вот такого же качества вы получили, навряд ли, мне кажется. Может быть, я чего-то не знаю, каких-то моделей, там, каких-то брендов. Если хотите, напишите в описании, посмотрю тоже, узнаю, может быть, открою для себя что-то. Но из того, что я знаю на рынке, что есть, это самый интересный продукт за свои деньги. Здесь вы получаете реально там в районе 20 тысяч рублей, ну плюс-минус. Цены, естественно, меняются. Внизу по ссылке они будут актуальны. Я же не знаю, когда вы будете обзор смотреть. И вы убедитесь, что действительно цена, качество, безопасность прекрасная. Так что хочу лишь всего лишь пожелать вам взять хороший, грамотный выбор автокресла, автолюльки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. До свидания.